На набережной Амура состоялось торжественное возложение цветов к памятнику графу Муравьеву-Амурскому. В церемонии приняли участие представители администрации, общественные деятели и жители города. Почтили память первого губернатора Восточной Сибири и кадеты, учащиеся военно-морского лицея. Для меня это патриотизм. Мы должны чтить традиции наших предков, тех, кто открыли эти земли, освободил их, а те, кто положили здесь камень для этого города. Приставку амурских фамилии Муравьев граф получил после заключения одного из самых политически важных договоров для Дальнего Востока и России в целом – Айгунского трактата. В нем обозначена граница с Китаем, которая проходит по фарватеру реки. Именем генерал-губернатора в Хабаровске названа главная улица города. Надежда Лавриненко, Дмитрий Папуша, Хабаровская студия телевидения.